掩饰过多少，才不会被现实看到。只是相爱很难刚好，陪着你就好，这样不算打扰，还依然听到爱你很久清晰的心跳。那一份爱放在我心里变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在应该都很好。记忆它如诗如画的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道你现在好不好。依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在都很好。爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好，原来你才是我一直珍惜的每秒。我答应了你就会一直都好。Чияо, ты хочешь быть моей девушкой? Ее глаза наполнились слезами, и она кивнула. И вот так все произошло. Так просто? Ты не использовал какой-нибудь трюк или что-то в этом роде? У меня искренние чувства. Какие еще трюки? Так романтично. Так трогательно. Так не пойдет, Циньюн. Что? Тебе нужно признаться мне снова. Послушаем его. Мне все равно. Признайся мне сначала. Посмотри, как нежно признался Фан Зиму. Подожди, пусть он закончит. Мне все равно, признайся. Подожди. Ну, признайся. Не будь такой. Дзимо, помоги мне. Помоги привести ее в чувство, Дзимо. Ну признайся мне сначала. Это между вами двумя, ребята. Так что разбирайтесь сами, я оставлю вас. Нет, я ухожу, все, пока. Не уходи, предатель. Признайся. Пока. Дзимо. Пока. Дзимо, расскажи признайся. Мне. Что признайся. Она сказала потом, Дзимо? Признаюсь. Что? Поговорим об этом завтра. Циньюнь! Мам, я вернулся. Почему вернулся так рано? Мама. Да? У меня хорошие новости. Какие хорошие новости? Мы с Ли Чуяо теперь вместе. Что ты сказал? Чуяо, и ты вместе? Да. Сынок, как это случилось так быстро? Что ты ей сказал? Мне что-то нужно говорить? Твой сын само... Очарование. Очарование. Старик Хан, ты слышал? Пап. Папа. Чуяо теперь твоя будущая сноха. Разве тебе, старейшему, не следует подарить ей какой-нибудь подарок? Разрешить ей работать в компании было по твоей просьбе. Какой подарок еще хочешь? Вы только встречаетесь. Вы даже не собираетесь пожениться. Почему такой счастливый? Боишься, что мы расстанемся, да? Это невозможно. Папа, я скажу тебе прямо. В будущем я обязательно женюсь на ней. Мама, а какая вторая по величине должность в компании? Заместитель председателя. Пусть Ли Чуяо станет заместителем председателя. Может, сразу вице-президентом? Думаешь, кумовство поможет? Если мы будем так делать, компания скоро закроется. Ты прав. Если она станет заместителем председателя, то каждый день будет очень занята. Работать сверхурочно, в таком случае у нас будет меньше времени на свидание. Тогда пусть она будет директором. Папа. Идиот. Старик Хан, не думаю, что наш сын ведет себя глупо. Подумай об этом. Чуяо работает очень серьезно. Если использовать это, станешь увереннее, чем другие. Только ее семейное положение не так уж хорошо. Но нашу семью это не волнует. Да,
Нас это не волнует. Кроме того, они уже подтвердили свои отношения. Если узнают, что будущая невестка семьи Хан простой офисный работник, люди не будут смеяться над нами. Я думаю, должность директора не слишком низкая и не слишком высокая. В самый раз. Позволив ей войти в компанию, я уже нарушил правила. Если я снова послушаю вас двоих, думаю, в следующий раз я должен буду покинуть пост председателя. Кто сказал передать ей должность председателя? Ты, старик, слишком много думаешь. Но это не невозможно. Дзимо, согласись с одним моим условием. Продолжай. Я запишу тебя на курсы в бизнес-школу. Пока ты серьезно учишься, я согласен позволить Ли Чуяу быть заместителем директора по проектам. Почему только заместитель? Папа, я просто прошу помочь тебе. Почему это похоже на торговлю на рынке? Постоянно торгуешься. У тебя даже есть условия. Я твой родной сын? Конечно, родной. Если ты был бы чьим-то сыном, я бы не заботился о тебе. Не забывай, что ты наследник компании. Посмотри на своих сверстников. Они либо открывают собственное дело, либо становятся независимыми. И посмотри на себя, я даже не знаю, о чем ты думаешь. Ты только встречаешься, а уже счастлив и исходишь слюной. Раздражает. Сынок, я думаю, ты должен послушать отца. Я закончил учебу, и мне больше не нужно учиться. Зачем опять идти в школу? Ты должен думать об этом так. Если Чуяо станет заместителем директора, тогда она станет более выдающейся в своей карьере в будущем. А ты? Ты ничего не знаешь. Можно ли будет говорить с ней на равных? Более того, мужчины, когда серьезно работают, очень обаятельны. Посмотри на старика Хана. И сколько нужно учиться? Сколько? Лушу, у нас проблема. Что такое? Взгляни на это. Это продукт, выпущенный Fake Z. Внешний вид или функции такие же, как у нас. Метро забито их рекламой. Разве это не явный плагиат? Это запланированный плагиат. Давайте расследуем это. Что за наглость? Они зашли слишком далеко. Я нашел. Председателем крыла науки является... Ву Ядзюнь? Что? Он? Ву Ядзюнь засранец. Я найду его. Какая от этого польза? Я не могу этого так оставить. Их основной акционер — пекинская Худжу Шиджияо. Разве это не дочерняя компания Ву Ядзюня? Зачем Ву Ядзюню наши технологии? Не забывайте, наш прототип все еще у них. Сейчас мы просто внесли некоторые улучшения и корректировки. Они могут получить информацию. Их группа технических специалистов могут сделать прототип. Я позвоню и спрошу. Здравствуйте, директор Ли. Я ждал этого звонка. Президент Ву, ваш новый продукт очень хорош. Пытаетесь выудить информацию? Я работаю в этой индустрии уже много лет. Не используйте на мне эти уловки. Вы работаете в этой индустрии так много лет, но пошли на грязные игры. Парень, я преподам тебе урок. Если ты не достиг финиша, не смей расслабляться, иначе упадешь. Когда люди расслабляются, они не могут обнаружить окружающую их опасность. Учитель Ву, у вас, как всегда, есть время преподать мне урок. Разве у всех вас сейчас не больше свободного времени, чем у меня? Вот почему я говорю, что вы все еще молоды.
Нет ничего плохого в желании выразить себя. Когда была возможность блеснуть, ты просто бесконечно разговаривал, говорил и говорил. Есть поговорка: тот, кто много говорит, совершает ошибки. Знаешь, я вдохновился, посмотрев все твои видео. Поэтому я должен поблагодарить тебя. Ты действительно избавил меня от забот и помог решить проблемы. Молодой человек, тебе предстоит долгий путь. Не волнуйся, ошибок впереди будет много. И это хорошо. Что этот гад сказал? Подумайте, кто-нибудь из вас говорил о наших технологиях во время интервью? Интервью? Были репортеры? Когда репортер спрашивал меня, я удивился их сложным вопросом. Я тоже столкнулся с этим, но сказал, что это конфиденциальная информация. Поэтому не отвечал. Все мои фанаты пришли ко мне из-за моей красоты. Никто не задавал сложных вопросов. Вы все давали интервью? Да. Всех этих репортеров организовал Ву Ядзюнь. Что? Верно. Мы попали в их ловушку. Слышали новости? Появилось крыло науки. Президент Хан в ярости. Почему президент Хан злится? Потому что их новый продукт точно такой же, как и продукт Mind Technology, в которых инвестировал президент Хан. Нет, как может быть такое совпадение? Разве ты не понимаешь? Они сотрудничают с двумя компаниями. Да, сегодня никому нельзя доверять. Они сказали, что хотят сотрудничать с нами, а сами пошли и в другую компанию. Подлость. Тогда это очень подло. Подумать только. Я решила, что босс Mind Technology довольно красивый. Пекинская Худжу Шэцзяо. Ву Ядзюнь. Вообще-то, я думаю, крыло науки, выпустившее свой продукт раньше нас, это не так серьезно. В конце концов, мы изначальные создатели. Подобные продукты конкурируют друг с другом по технологиям и доле на рынке. Они уже получили нашу технологию и выпустили свой продукт раньше нас. Сейчас мы находимся в очень сложной ситуации. Во всем виноват Джоу Линь. Это он во время интервью проболтался. В чем я виноват? Что я проболтался? Вы можете перестать спорить. Ну а что я сделал? Я ничего не сказал. И я делал это для компании. Но разве это неправда? Ты говорил так много. Это было ради нашей компании. Алло, сестра. Лушу, ты в порядке? Почему спрашиваешь? Можешь перестать скрывать это. Я уже узнала. Квэй Кэнзи – дело рук Ву Ядзюня. Я тоже это знаю. Ничего, я справлюсь. Я слышала от коллег, что президент Хан устроил скандал по этому поводу. Я могу это понять. Для него это потеря преимущества при выходе на рынок. Хорошо. Я могу чем-нибудь помочь? Не нужно. Тебе просто нужно перестать волноваться. У меня еще встреча, вешаю трубку. Пока. Что ты здесь делаешь? Я везде тебя искала. Пойдем со мной. Председатель созывает экстренное собрание. Хорошо. Пошли. Простите. Простите, я не буду сидеть. Отниму немного вашего времени. Я объявлю здесь о решении. С сегодняшнего дня прекратить сотрудничество с компанией Mind Technology и не инвестировать в них. Возражения есть? Хорошо, встреча окончена. Извините.
президент Хан, разве вы не согласились инвестировать в Мантикнолоджи? Почему вдруг придумали? Ты знаешь, что случилось с крылом науки? Знаю, но Фейк Эдзи сделала плагиат. Лучше Яву. Я инвестор. Меня не волнует, чей это плагиат. Можно сказать, что вчера проект Майн Технологи получил стабильную прибыль на рынке. Но сегодня крыло науки выступило инициатором вывода этого проекта на рынок. Я могу сказать тебе, что Майн Технологи теперь ничто. Как думаешь, мне стоит выбрасывать деньги компании? Но, президент Хан, это несправедливо по отношению к Майн Технологи. Справедливо это или нет, тебя это не должно беспокоить. Не тебе принимать решения в этой компании. Послушай, для тебя сейчас самое важное. Хорошо позаботиться о проекте Фангуань, чтобы у тебя была возможность заработать. Если ты не сможешь сделать это хорошо, знай. Никто не сможет тебе помочь. Если мы сможем получить инвестиции и как можно скорее вывести продукт на рынок, то будет надежда. Давайте разделимся и найдем инвесторов. Я пойду к Хань Яомину. Что с тобой сегодня? Ты принесла президенту Хану документ, который он уже подписал. Можешь хотя бы проверять? Прости, сестра Ци, не извиняйся. Почему тебе так нравится говорить «извини»? Будь более сосредоточенной. Не знаю, что каждый день творится у тебя в голове. Младший президент Хан. Если у тебя возникнут трудности по работе, можешь прийти ко мне. Не нужно быть вежливой, ладно? Младший президент Хан. Что такое? Ничего. Нет. Что-то определенно случилось. Си снова достает тебя? Нет. На самом деле ничего. Что-то точно не так. Скорее, расскажи. Президент Хан объявил, что мы прекращаем сотрудничество с Мантикнолоджи. Почему? Вуэдзюнь украл проект Ушу и произвел точно такой же продукт. Есть же бессовестные люди. Не волнуйся, я уговорю отца. Президент Хан уже решил не ходить. Ничего, он же может передумать, да? Мой папа не безрассудный. Жди новостей. Здравствуйте, президент Хан здесь? Извините, наш председатель сейчас на встрече. Он не может ответить на звонок. Пожалуйста, перезвоните. Что насчет руководителя по инвестициям? Извините, начальник отдела в отпуске. Как дела? Удалось связаться с Хань Яомином? Тогда я позвоню Чу Яу. Разве она там не работает? Она не имеет права голоса. Это не поможет. Папа! Как ты мог вывести свои инвестиции? Стучись. О чем ты думаешь? Стучись. Я постучу. Войдите. Я говорил, а что я говорил? Про Майн Технологи. Точно. Папа, с нами кто-то соревнуется. Мы не можем быть трусами. Прекращая сотрудничество с Mind Technology, ты ведешь себя неправильно. Ты пинаешь их, когда они уже упали. В чем же я поступаю неправильно? И кого я пинаю? Похоже, кто-то пытается пнуть своего папу, пока я упал. Скажи мне, это твоя девушка наговорила тебе? Неважно, кто говорил. Я знаю об этом. Знаешь? Представь себе, знаю. Пап. Не беспокойся о том, что соперник крыло науки или еще кто-то. Послушай своего сына, будем с ними сражаться. Я вижу светлое будущее для Mind Technology. Какая польза твоего видения? Mind Technology уже в прошлом. Тема закрыта.
Закрыто или открыто, мне все равно. Сядь там или иди домой к маме. Что ты делаешь? Это же мой кабинет. Пап, можешь проявить ко мне уважение? Хоть немного. Это же мой будущий Шурин. А ты? До свидания. Алло, здравствуйте, я Нью-Си из Мантикнолджи. Наша компания хочет... Алло? Алло? Недавно они приставали, говоря, что хотят вложить деньги. Теперь, когда есть проблемы, все бегут. Будущий Шурин? Да. Тогда это неправильно, сынок. Твой будущий Шурин уже представлен. Тогда твоя мама и я должны пойти к твоей будущей жене. Папа, я сейчас говорю с тобой о бизнесе. Бред. Думаешь, это детская игра? Хочешь потратить десятки миллионов юаней? Где твои мозги? У меня нет мозгов. По крайней мере, я не такой неправильный, как ты. Правильность? Мы что, рыцари? Если в один день меня не станет, и я передам тебе компанию, ты потеряешь ее через 3 дня, да? Короче говоря, это не обсуждается, да? А я говорил, что буду обсуждать. Отлично. Хан Яомин, послушай, когда придет время, не говори, что я не предупреждал. Ты пожалеешь об этом. Закрой дверь. Не буду. Что ты делаешь? Зачем тебе работать? Зиму, с точки зрения бизнеса, в решении твоего отца нет ничего плохого. Не оправдывай его. Как он может быть таким? Я так зол. Пошли. Найдем Ли Лушу. Давай, садись. Не будь таким. Зачем вы здесь? Лушу. Он в порядке. Хорошо выглядишь, ты в порядке. Станица Парящего Дракона уже решила отозвать инвестиции. Я этого не ожидал. Ни одна компания не захочет рискнуть, инвестируя в нас. Не будь таким унылым. Я верю в вас, ребята. Спасибо. Конечно, мы ведь одна семья. Нет другого решения. Мы связываемся с другими компаниями по поводу инвестиций, но особых надежд нет. Я буду продолжать уговаривать папу. Я попрошу маму помочь. Незачем. Если бы твоего отца было легко уговорить, он бы не занимал свой пост. Не трать силы. Заходите. Погодите, погодите. Давайте возьмемся за руки. Желаю нам успехов сегодня. Давайте. Хорошо. Вперед! Вперед! Мы были первыми, кто выпустил Гоу на выставке науки и технологий в Ханчжоу. Реакция на сайте была хорошей. Количество потенциальных клиентов достигло 100 миллионов. Подобные продукты не могут конкурировать с нами. Это также ранее говорила ваша компания. Наше преимущество в том, что у нас огромное количество потенциальных клиентов. Один пользователь может повлиять на всю семью. Могу сказать, судя по тому, что вы имеете в виду, инвестиции в этот проект, вероятно, немалы. Поскольку этот проект требует больших вложений, мне нужно обсудить это советом директоров. Если вы встретитесь с трудностями... Смело говорите мне. С вашим товаром все в порядке. Я просто считаю, что инвестиции в этот проект слишком велики. Нам нужно это все обсудить. Давай сделаем так. Наша компания проведет внутреннее собрание. Я свяжусь с вами. Подождите. Простите, у меня еще одна встреча. Президент Джан! Не толкайтесь, президент Джан! Не трогайте меня! Вы двое больше не приходите сюда. Президент Джан, дайте нам еще один шанс. Пожалуйста, уходите. Президент Джан, подождите! Спасибо. Пошли, пошли.
Что случилось? Что мы должны сказать Лушу? Просто скажем то, что нам нужно сказать. Если не можешь, я скажу. Что важнее, их отношение изменилось в мгновение ока. Все в порядке. Сегодня все постарались. Пошли. Идем. Вернулись? Скорее, идите есть. Лушу, мы... Я уже знаю. Это моя вина, я не должен был отпускать вас сегодня. Подожди, что ты имеешь в виду? Ты совсем сдался? А как же иначе? Подумай, даже столица Парящего Дракона не решается инвестировать в нас. Забудьте об этом. Это моя вина, что вы, ребята, ушли. Ешьте, еда остывает. Да кто сейчас в настроении есть? Я заказал все, что вам нравится. Не будете? Будем. Давай. Все я. Давайте есть. Чуяо. Чуяо. Почему твой брат даже не позвонил и сказал, что не будет обедать дома? Он пошел на встречу одноклассников. Он все равно должен был сказать, что собирается на встречу. Вот и я бы его не отпустила. Мама, он обычно так занят, ему нелегко расслабиться. Оставь его в покое. Скажи мне, где он, я пойду и найду его. Мама, уже так поздно, куда ты собралась? Это слишком опасно. Сижу я здесь или стою дома, мне тяжело. Какой смысл здесь оставаться? Тогда давай сделаем так. Ты помой посуду, а я пойду его искать. Так странно. Я в плохом настроении, но все же считаю, что это вкусно. Чтобы поднять настроение, нужно наполнить желудок. Нет причин для уныния. После того, как вы поедите, идите домой отдыхать. Приходите завтра, как обычно. Нет, составим тебе компанию. Да. Верно. В каком-то смысле мы впервые вышли в свет. Эта неудача, с которой мы столкнулись, может считаться платой за обучение. Но, по крайней мере, это доказывает, что у нас есть потенциал. Да. Не будете есть? Будем, будем! Будем! Ты весь день проработал, почему не ешь? Вот, толстяк. Спасибо. Возьму тебе еще мясо. Сверхурочная работа ослабит иммунную систему. Сестра. Вот, выпей апельсинового сока, пополнить запас витаминов. Спасибо. Мама беспокоится? Раз знаешь, почему не пошел домой? Наша мама злится. Говорит, что ты не приходишь домой, даже не звонишь ей, и что она тебе не нужна. Это я во всем виноват. Уже скоро пойду домой. Я просто пугала тебя. Я уже прикрыла тебя с мамой. Сосредоточься на работе. Наблюдая, как воруют то, что тебе нравится, ты, наверное, очень расстроен. Да. Но, по крайней мере, наш продукт все еще здесь, так что шанс есть. Эта неудача меня не сломит. Услышав это от тебя, могу не сомневаться. Спасибо, что осталась со мной. Почему ты такой обходительный? Я твоя старшая сестра. Смотри, крыло науки выпускает новый браслет. Какие у него функции? Довольно много возможностей. Кто они такие?
Что происходит? Лошо. Я думал об этом вчера. Я действительно сказал репортерам слишком много. Это моя вина. Я признаю свои ошибки. Ты умеешь только все портить. Ты чуть не уничтожил нашу команду. Не говори так. Что было, то было. Наша цель — найти решение проблемы. Да. Подливание масла в огонь лишь внесет разлад. Мы команда. Мы должны подумать о том, как поступить с Фуяндзюнем. Вернувшись вчера домой, я посмотрел ваше интервью. Все, что вы обсуждали, недостаточно для того, чтобы сплагиатить наши технологии. Должна быть какая-то другая проблема. Вы не должны винить себя, хорошо? Да, у нас еще есть время. Не унывайте. Но, Лушу, у нас сейчас нет денег, а у компании Ву Ядзюня их полно. Сможем ли мы бороться с ними? Как только наш продукт будет обновлен, их недостатки проявятся. Значит, шанс есть. Я думал об этом. Если это действительно не сработает, тогда у нас есть возможность создать новый продукт. Однако, если в нашей команде есть разногласия, у нас ничего не получится. Лошо, я обещаю, что никогда больше не совершу ошибок в работе. Алло? Алло? Это господин Чандале? Да, кто это? Я Ван Даю из столицы Процветающих Небес. А чем я могу вам помочь? Дело вот в чем. Наш председатель очень заинтересован в вашем фитнес-приложении. Мы хотим обсудить возможности инвестирования. Когда вы будете свободны? Вы хотите обсудить инвестирование? Подождите минуты две, я немедленно к вам подъеду. Очень быстро. Всего две минуты. Хорошо. Но наш председатель очень занят, поэтому вам нужно как можно скорее подъехать. Лушу, столица Процветающих Небес хочет поговорить с нами об инвестировании. Лушу, я выяснил про компанию. Хотя это стартап, они довольно многообещающие. Пошли, пошли. Здравствуйте, я Ли Лушу из Mind Technology. Здравствуйте, я тот, с кем вы разговаривали по телефону, Ван Даю. Проходите. Генеральный директор, вот те люди. Ли Лушу? Однажды, играя в кустах, я нашел кошку, знаешь? Она рванула в дыру, а я за ней. В дыру? Чей этот мотоцикл? Такой крутой. Да, пошли посмотрим. Пошли. Подожди. Такой клевый. Что это? Это для топлива. Если вставить ключи, эта панель откроется. Эй, школота, что делаете? Этот мотоцикл тяжелый, придавит, если упадет. Мы не собирались его двигать, хотели посмотреть. Старший брат, он импортный, да? Да. Вы, ребята, тоже любите мотоциклы? Больше всего люблю мотоциклы. Когда я вырасту, я хочу купить себе классный мотоцикл. Лушу, тогда я тебя покатаю. Будем кататься вместе, что думаешь? А я хочу водить машину. Когда вырасту, повезу всю твою семью в путешествие. Что хорошего в машине? Из салона машины ничего не видно. Но в машине поместится больше людей. Невозможно найти мотоцикл для всех сразу, верно? А давайте я возьму вас на прогулку. И решите, какой транспорт больше нравится. Правда? Пошли. Круто. Давно не виделись. Ты его знаешь? Шань Янь, старший брат Шань. Старший брат Шань? Как вы познакомились? Я никогда не слышал, чтобы он говорил. Это долгая история, мы никуда не торопимся. Давайте сначала к делу. Да, давайте ближе к делу.
Это финансовый план нашей компании. На самом деле, я в курсе ситуации вашей компании. Однако на данный момент проблема не в вашем продукте. В настоящее время на рынке уже есть крыло науки. Их также поддерживает Худжу Шэцзяо. Конкурировать с такой крупной компанией вам не выгодно. Но они явно плагиатят нас. Чей это плагиат, не самый важный фактор для инвесторов и клиентов. Вот увижу я этого Ву Ядзёня, как дам в морду. Крыло науки может иметь преимущество с точки зрения ресурсов, но как только мы обновим наш продукт, они не смогут с нами бороться. Преимущество у нас будет только на средних и поздних стадиях. Отлично. Именно поэтому я попросил Даю связаться с вами. Конечно же, ты меня не подвел, а раньше Даю сомневался в моем решении. Как инвестор, я сказал ему, что продукт — это не то, что мы считаем наиболее важным, а на самом деле людей, стоящими за продуктом. И этот человек ты, Ли Лушу. Ты мне льстишь. Я попрошу свою команду юристов составить контракт, и если нет проблем, можем подписать договор официально. Хорошо, желаю нам хорошего сотрудничества. Хорошего сотрудничества. Наверное, я должен поблагодарить Крыло Науки за плагиат. Почему это? Если бы не они, вы бы принадлежали столице Парящего Дракона. Ты действительно все знаешь. Вообще-то я уже некоторое время слежу за вами. Просто раньше меня сдерживали некоторые проекты, и не было времени связаться с тобой. Мне было даже грустно, когда я подумал, что упущу сотрудничество. Но теперь все хорошо, тебя не украли другие компании. Теперь все довольны. Определенно все. Старший брат. Лушу? Дэн-дэн? Ты удивлен? Подожди, ты... Разве это не та Дэн-Дэн, которая играет на скрипке? Ты видел мое видео? Не только видел. Лушу, послушай, концерты Дэн-Дэн настолько популярны, что в стране царит неразбериха. Пару дней назад я хотел достать два билета, чтобы отвезти Сию. Но не смог. Неужели я так знаменита в стране? А то! Тогда хорошо. У меня как раз через пару дней концерт. Я пришлю билеты. Вы все должны прийти, хорошо? Без проблем. Лушу, когда я буду репетировать, хочешь прийти посмотреть? Все в порядке, я могу пойти с ними посмотреть концерт. Старший брат, я неправильно запомнила? Кто в детстве выглядывал в окно и смотрел, как я играю на скрипке? Кто еще это мог быть? Вот. Не ожидал, что ты будешь более общительным в детстве, чем сейчас. Уже поздно, пойдемте вместе пообедаем. Я не пойду. У меня обед Сия. Забираю свои слова о том, что ты такой же, как в детстве. Я чувствую, что ты изменился. Изменился к лучшему или худшему? Ни то, ни другое. Ты стал более открытым. Еще больше похож на Чучена. Смотри, каким он разговорчивым стал. Раньше 10 слов из него не вытянешь. Ходил таким угрюмым. Да. Прямо как рукава Каэде. Рукава Каэде? Прошло столько лет. Я его почти не узнала. А мне кажется, что он совсем не изменился. Почему ты так говоришь? Думаю, я никогда не говорил тебе, как я познакомился с Лушу и Чученом, верно? Как вас зовут? Меня зовут Ли Чучен. А тебя? А меня Ли Лушу. Я не дам вам ездить бесплатно, вы должны мне помочь в кое-чем. В чем? На противоположном берегу реки мне нужно купить книги. Ждите меня здесь и последите за мотоциклом. Конечно. Спасибо. Ждите. Не волнуйтесь. Посидим здесь и поиграем. Хорошо. Я вижу, красотка. Беги. Брат Кай, да?
Пошли. Пошли, давай. Твоя очередь быть начальником поезда, хорошо? Кротой мотик. Сядь на него и сделай фото. Сними меня красиво. Брат. Что вы делаете? Что ты делаешь? Тебе нельзя, это не твой мотоцикл. А ну отпустите. Отвалите. Отвали. Что ты делаешь? Это твой мотоцикл? Нет. Мы присматриваем за ним. Присматриваете? Он не ваш и не наш. Мы просто посидим на нем, хорошо? Тихо. Беги, найди старшего брата, я разберусь с ними. Понятно. Останови его. За подкреплением? Тихо. Послушай, этот мотик. Я не только сяду на него, но и заберу. Давай. Уйдите. Убери его. Забирай его. А ну отцепись, малец. Босс, я не могу его завести. Придумай как. Помогите. Бьете детей? Не стыдно? А ты еще кто? Твое наказание. Бейте его! Чучен! Все еще мое наказание? Даже хуже.该何去何从？